Здравствуйте. Это распаковка батареек, которые я приобрел в интернет-супермаркете Розетка UA. Это батареи фирмы Duracell типа размера 3А. Или как их еще называют, мини-пальчиковые или мизинчиковые. Это упаковка, которая состоит из 18 батареек. Она выглядит в виде вот такой удобной картонной коробочки, которая дает возможность многоразового ее использования. На обратной стороне указана дата производства батареек и дата окончания срока их годности. То есть произведены они в 9 месяце 2020 года и годны до 3 месяца 2030 года. То есть срок годности очень внушительный. Вот так вот. Больше никакой информации нет. Типа размер 3А, 18 штук в упаковке. Здесь мы видим, что они запломбированы, и давайте их вскроем путем отрывания вот такой картонной застежки. И эта коробочка позволяет открывать ее, извлекать батарейки и закрывать, как бы, для того, чтобы они продолжали в этой коробочке храниться. Сами батарейки выглядят вот так. На них также продублирован срок их годности, 3 месяц 2030 года. Батарейки хорошие, качественные, действительно долго держат заряд. И по соотношению стоимости каждой батарейки, то есть вот такая упаковка позволяет сэкономить путем того, что стоимость одной батарейки будет меньше, чем ежели вы будете покупать, допустим, 2 батарейки в упаковке или 4 батарейки в упаковке. В общем-то, все. Спасибо.